Це дуга, ультразвуковой аппарат, многофункциональный операционный стол и литотриптер. Комплекс оборудован по последнему слову техники. Благодаря ему можно дистанционно с помощью ударной волны разрушать камни в почках и мочевыводящих путях. Как показывает практика, такие операции в областной больнице очень востребованы. Курский регион эндемичен в отношении заболеваний мочекаменных болезней. И пациенты урологического отделения областной многопрофильной клинической больницы, до половины пациентов страдают этим заболеванием. Это оборудование удобно тем, что оно минимально травматично, имеет короткие сроки реабилитации. Комплекс позволяет проводить до 5 процедур в день. Попасть на операцию можно по полису ОМС. К лечению первых пациентов приступят в ближайшее время. При помощи С-дуги и УЗИ аппарата выполняется навигация на конкремент, где бы он ни находился, мочеточник, либо почка. После навигации выполняется дистанционная литотрепсия. Длится она приблизительно 35-40 минут. Пациент лежит расслабленный на спине либо на животе. После операции он идет в палату. Через час-полтора он уже может совершать простые действия. Также совсем недавно в больнице появился новенький автомобиль. Это мини-копия реанимационной палаты, да еще и на колесах. В связи с эпидемиологической обстановкой такие модели сейчас незаменимы в работе, делятся врачи. 7-я машина реанимобиль класса С в нашем распоряжении — это еще много и много спасенных жизней. Своевременное прибытие к пациенту, качественное оказание медицинской помощи, специализированной медицинской помощи — это наши возможности для спасения жизни пациентов. Мария Колосова, Сергей Дорохов. События дня.